Здравствуйте, дорогие друзья! Для новых зрителей скажу, мы находимся в Голубицкой. Краснодарский край. Азовское море. Сегодня просто было такое желание поснимать закат немножко. Посмотрите, какая красота. Мам, а ты приедешь в город? У тебя такого не хватает. Люди уже идут домой отдыхать. Вот там вот солнышко у нас садится. Только на Азовском море такие красивые закаты. Многие люди об этом знают. И специально приезжают к нам. Я люблю это время, закат, потому что самое лучшее вот сейчас море. И, конечно же, ранним утром. Потому что красота невероятная, когда рассвет. У нас, когда, кстати, рассвет, тоже здесь солнце встает. Тоже можно за этим наблюдать. И хочу показать, очень многие люди скучают по Азовскому морю, по этой красоте. Вот по таким вот вечерам. Просто послушать шум моря. Погулять по песочку. Вот так вот отдохнуть. Покопать бассейны. И, конечно же, покупаться. Просто невероятная красота, друзья. Это сложно передать словами, вот вечером. Только можно ощутить на Азовском море. Фотосессия — это вообще отдельная история. Смотрите, какая красота. Погодочки кругом. Все фотографируются, записывают видео. Вот там вот, где развалины древнегреческие. Мое любимое место практически. Недавно там наши зрители жили. Они уже много лет там снимают домик. Им нравится там очень жить. Там тоже постоянно фотосессии люди устраивают. Даже вот там вот в воде. Посмотрите, люди любуются закатом, плавают и любуются закатом. Я не знаю, к сожалению, камера, наверное, не передает вот это ощущение. Просто рай на земле, Голубицкая, друзья. Это Голубицкая. Обязательно посетите хоть раз это место. Если вам здесь понравится, то вы всю жизнь будете вот это помнить и будете сюда стремиться всю жизнь, потому что люди здесь отдыхают уже по 35 и более лет. Я вообще, конечно, поражаюсь. Ну да, среди наших зрителей есть такие, я лично с ними знаком, очень интересные люди. Посмотрите, как фотосессия происходит. Знаете, какая красота? Кто из вас вот так хотел занырнуть в море, друзья? Представьте. А вот я сейчас запилю видео вот это. И точно так же в море. Это без вариантов. Всем советую, кстати, кто вот, когда медузы появятся, именно приходите на море ранним утром. Их практически никогда не бывает, потому что море спокойное, тихое.
И есть возможность вот в такой тихой воде покупаться, потому что днем, например, сегодня был ветерок, и волны были у нас большие. Ну, как сказать, большие? Для тех, кто не знает людей, они большие. А для местных жителей и кто любит Азовское море, это вообще ни о чем. Красота, просто красота, друзья. И самое хорошее, посмотрите, здесь можно привозить животных даже, люди с собачками. Вообще никто слов против не говорит здесь. Привозите спокойно. Вот это вот, кстати, я говорю, место древнегреческие развалины. Здесь постоянно у нас молодежь тусуется. Постоянно. Единственная к вам просьба, старайтесь здесь не нырять. Либо сначала проверяйте дно, где будете нырять, особенно когда волны. Кажется, что можно нырнуть безопасно, но там есть камни. Чуть подальше местами, но бывает их заносит песком. Вот, например, видите, здесь камни лежат. Их бывает заносит, их просто не видно. Все равно будьте аккуратнее, я вас очень прошу. Посмотрите, солнце уже садится. И это очень красиво. Сергей, привет. А вам супругой от Василия. Я знаю, вы смотрите. Вот ваше место любимое. Вот здесь можно снимать домики, друзья, прямо на берегу моря. Кому нравится вот такая спокойная обстановка, вам сюда. Только в Голубицке есть такие варианты. Больше нигде нет. Вот так вот, прямо на берегу моря домики. Отельчики. Посмотрите, как красиво. Как же хорошо вот так вечером посидеть, просто подумать, прогуляться с семьей своей, взять детишек. А вот там Сергей, вот этот песик, который с вами бегал, вот он бежит, любит на прогулочке выходить с людьми. О, привет, привет, привет. Ай, ты молодец, молодец, да, молодец, молодец. Это тебе привет от Сергея. Помнишь его, да? Молодец, молодец. Ну, беги, беги дальше, беги. Вот он так с людьми гуляет. Кто ругает здесь голубийских собак? Зря, друзья. Они в основном здесь хорошие, добрые. Они никому ничего плохого здесь не приносят. Я кормлю их тут всю зиму. Диночка делится. Татьяна Викторовна там нам мешками корм покупает. В эту зиму даже зрители деньги переводили. Вот. Я тратил все на собак. На питание. Поэтому здесь у нас собачки добрые, хорошие. Бывает такое, что они, да, там гавкают, когда люди проезжают на машинах, на велосипедах. Но по факту они безобидные. Они всегда охраняют свою территорию. Они живут здесь у нас на базах зимой. Их кормят сторожа, здесь подкармливают. Ну и простые люди тоже кушать им дают. Потому что зимой, сами понимаете, нужно животных поддерживать. Смотрите, какие красивые у нас места есть. Как в Крыму практически. Посмотрите, камни. Старые-то зрители знают вот это все. А новые зрители никогда не видели Голубицкую, какой она бывает красивой. Представляете, как хорошо вот так вот в своем домике пожить, прямо на берегу моря, вот этот шум моря. Каждое утро рассвет встречать, провожать солнце вечером на закате. Thank you.
Всем удачи, друзья, счастья. Приезжайте на море обязательно. Я пожелаю, чтобы у каждого из вас появилась эта возможность по-любому. До свидания.